Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены». И сегодня вот видео начинается в квартире. Мы сейчас выезжаем на дачу, и я решила начать свой видеообзор одежды с сайта NewChic, именно с квартиры. Вот такая красота ко мне пришла. У меня будет 3 посылки, еще есть ботинки, они первые пришли, я уже покажу их вам на даче. А пока вот этот костюмчик, я себе так его подобрала, это такой джинсовый плащик и вот такие замечательные брючки, вот такие классные брючки. Очень они мне понравились, поближе я вам покажу там их, вот так вот они выглядят на мне. Еще я померю с ботиночками, именно брючки эти. Ботиночки очень-очень тоже красивые, кожаные, вот так, вот такая красота. Всем очень советую, раньше очень боялась я покупать это дело, но сейчас настолько, как бы, я уже научилась и попадаю в размер. И вот как раз-таки на даче мы с вами поговорим о том, как угадать в размер. И я вам скажу даже больше, что обувь идет размер в размер. Я просто удивилась, потому что первый раз я заказала обувь и рассчитывала, измеряла себе подошву, там, ну, в общем, поближе там уже сядем, и я с вами поговорю на эту тему. Очень мне хотелось вот такой вот замечательный джинсовый плащик для того, чтобы в такую прохладную погоду носить. У меня есть шерстяные такие вещи, но мне очень не нравится, потому что в них жарко. В общем, еще один плащик себе купила для того, чтобы можно угадать нашу погоду. Потому что чаще всего бывает либо очень жарко, либо слегка прохладно, и не знаешь, что одеть. Но вот этот плащик мне очень понравился. И вот такие джинсики я очень хотела. Они на резиночке, так что все отлично. Ну что ж, я уже дальше продолжу, конечно же, на даче и покажу вам еще остальную покупочку. Ну, следующую, то бишь это ботиночки. Но пока... Вот так вот на мне вы можете уже посмотреть плащик. Ну что ж, дорогие друзья, вот я и на даче в этом костюмчике. И как я уже говорила, что я обязательно покажу вам ботинки. Сразу что хочу сказать, что обувь, вот я купила 37 размер, но ношу 36. И сразу хочу сказать, что можно смело брать 36, особенно туфли. Потому что ботинки 37 все равно на меня большеватые. Скажем так, на пол размера. Но здесь что, ботинки? Ботинки я буду носить с этим, как его называют, с носочком. Это очень важно. Если я их буду носить с носочками, то у меня будет нормально. Вот так вот выглядят ботиночки на моей ножке. Вот. Что мне понравилось в их обуви? Видите носочек? Вот. Неровная, как у нас, идешь. Ну, конечно, не вся обувь. А здесь у меня уже есть изгиб, то есть мне очень удобно ходить, очень. Видите? Вот такая классная подошва. Очень хорошие ботиночки. Очень. Вот так, Артем, покажи. Это кожа. Коровья кожа, они пишут, там так интересно. Вот. Честно сказать, вообще вот этот костюмчик подбирала, вот чтобы как бы сейчас носить, потому что не теплые ботинки, ну, обычные вот это вот, ну, кожаные, тоненькие, обычные ботиночки. Я покупала вот носить с именно вот этими вещичками. Поближе хотела показать, думаю, не стоит, потому что, ну, и так видно, это джинс. Сейчас я сниму, покажу вам, очень хорошо пошит. Мне очень понравилось, и это по их ростовке на меня XL, я уж не знаю, как там это означает, ну, это небольшой он такой, вот такие вот штуки попадаются, это просто смело можно убрать и не бояться этого. А так, посмотрите, снаружи какой классный пошив, очень красиво. Качество шикарное. Также и брючки. Очень мне понравились они. Классненькие. С такими мультяшками внизу. Вот. Видите, какие классные. Ну и, конечно,
показываюсь для тех, кто советовал мне 50-й, а то и 56-й, да, Тём, размер. Я себя представила, а я вам покажу. Не пропускайте видео, следующий будет Василёк. Я в подарок там взяла 50-й, 56-й и даже 48-й. Я буду мерить, вы будете смотреть. Спасибо всем, кто посоветовал мне вот эту кофточку оставить. Я хотела подарить, она мне очень понравилась, девчонки, спасибо вам. Идет мне. Сначала я как-то сомневалась. Во-первых, девочки сказали мне, дочки, что вот эти вот листья, это сейчас модно. У меня даже у внука есть такая футболка. Вот. Очень красивые ботинки. И вообще, все в последнее время, что я покупаю в этом магазине, мне очень, дорогие друзья, нравится. Нравится настолько, что самое главное научиться, значит, выбирать. Смотрите, там есть, когда вы выбрали, допустим, вы выбрали вот, вот этот вот плащик. Ну, я так его называю. И там по правой, переходите на него, и там по правой стороне есть размер, цвет, значит, и там сбоку даже пишется, пользуйтесь размерной, что, таблицей, линейкой, размерная линейка. Это нужно делать обязательно. И там вы себя можете измерить. Бедра, плечи, длина руки, ширина, и также и обувь, стопу. И там уже вы уже увидите в конце, каков у вас размер. Вот сразу скажу, вот я выписала себе туфли, я вас сразу предупреждаю, что туфли берите размер в размер. Потому что я вот посмотрела, хотя, подождите, еще когда придут туфли, я посмотрю и скажу вам. Потому что это ботинки, а то туфли. Вот. И тогда я вам уже покажу, и вы будете знать. Но ботинки, вот на пол размера смело можно меньше брать. Ну, у них было 36,5. Вот это, извиняюсь, я это упустила. Если там будет 36,5, значит, вот я себе на следующий раз буду брать, потому что у меня 36 размер. Это я говорю о ботинках, потому что в ботиночке я буду одевать носочки. Ну да, это понятно. Это логично, что буду одевать. Но ботинки, ребят, просто нет слов. Крутяцкие вообще. Я еще не одно видео буду показывать. Вы знаете, и следующее видео, что я буду, Артем? Можно на меня? Следующее видео, у меня будут туфли, и не одни, и я полностью покажу всю вот эту одежду, потому что за раз она у меня была выписана, за раз я ее заказывала, и я вам ее покажу, и мы будем с вами размышлять, покажу уже дома, потому что здесь, конечно же, будет уже холодно на крылечке, и сейчас уже холодно, но я постаралась здесь показать. Что еще хотела? Будут туфли. Что я хочу сказать? Я покупала, рассказывала вам, что эти ботинки, хотела вам показать, я купила вот еще под вот эти брючки, посмотрите, какая прелесть. И у меня очень красивое пальто есть. Видите? Это брюки не из этого магазина. Это Киаби, это другой магазин. Вот такая красота. И еще спрашивали мне девочки показать вот эту вот юбку. Вот ее тоже можно будет. Смотрите. Не смотрите на брюки. Видите? Синий цвет и зеленый, как красиво. И мне моя дочечка подарила вот такую сумку. Сейчас я ездила в гости, это девочка, которая родила, дочечка Виктория, она подарила мне такую шикарную кожаную сумку. Она очень хотела, вот чтобы так было, одевать коротенькой курточкой, и черной, например, и юбочкой, и вот это, и даже с этими ботинками. Просто, просто очень красиво, согласитесь? Вот, вот такой вот будет прикидик, ну так, примерно. Но я немножко делюсь вам своим вкусом, многие говорили, Лена, можно, поделитесь своим вкусом. И я вот решаю, вот каждый раз что-то покупаю, вот мне очень нравится New Chic, очень хорошая одежда, и можно выбрать. Это, конечно, если вы не пожалеете деньги, вот если, конечно, там смотреть на дешевую продукцию, как и везде, девчонки, вот вы просто этого поймите. А если вы позволите себе какую-нибудь хорошую вещь, красивую, вы будете очень довольны. Это куплено не там. Вот, я имею в виду, что показываю. Это я просто комплексую, чтобы вы видели, с чем носить, потому что часто спрашивают, а с чем вот это носить. То бишь, вот эти ботинки... Вот мужчина рядом, да, Тём, как ты считаешь? Мужчины разные бывают. Сочетание классное. Колготочки красивые. Да? Да, красиво. Сумочка и черная курточка, это вообще прелесть. Да хоть белую куртку. Прошло то время, когда обувь должна быть. У меня раньше туфли, куртка. Или туфли и перчатки, и сумка. Я раньше брала одного цвета. То бишь, помните, как раньше вот это мы выбирали? Но сейчас очень красиво вот так подбираться. Зеленый и синий цвет вот такой. И разбавить черной курточкой. Это просто прелесть. Будет очень красиво. Или даже какое-нибудь пальто. Я очень люблю. У меня вот эта юбка. Есть у меня пальто. Видно, вот сантиметров, наверное, 10.
мне очень нравится, когда из пальто вот видна моя юбочка, вот эта, к примеру, и будет у меня очень красиво перекликаться с моей сумочкой, вот такой классной, очень красивая сумочка, мне очень понравилась. Это не кожаная юбка, вот, это не кожаная юбка, это эко, и посмотрите, какое шикарное качество, очень хорошее качество. У меня две юбочки, она очень теплая, хотя вот у меня кожаные были натуральные, они холодные. Подклад там такой, который корежится, и они холодные. А здесь, видите, очень хорошие юбки. Мне очень они нравятся. Так, и вот эти вот брючки тоже с черной курточкой. И даже вот я эти брюки вот с вот этой джинсовочкой. Посмотрите, какая прелесть, сейчас холодно носить. Просто прелесть. Вот такое сочетание, девчонки. Я была очень рада, девочки, с вами поделиться своим умением одеться. Я не хочу сказать, что это правильно. Это мой вкус, безусловно. И вдруг кто-то для себя что-то возьмет, как и я тоже у многих учусь, да. У меня даже девочки учат сейчас. Они говорят: мама, мы не хотим, чтобы ты старела и одевалась как бабка. Ты должна соответствовать своему лицу, говорит. Вот, и одеваться не надо слишком молодежно. Это ни к чему, это будет глупо, но в меру все. Я буду рада, если хоть что-нибудь пригодится вам из того, что я сейчас вам сказала, поделилась с вами. И обязательно, если вы уже закажете, я вам оставлю ссылочку внизу под описанием, под видео, на это видео. Если вы что-то будете брать из этого, очень вас прошу, обязательно пользуйтесь таблицей, потому что у меня может быть 46-й, 44-й размер, но у нас ручки, животик, грудь разная, вот, и вы обязательно должны измерить себя. Вот, это у меня XL, а брюки я уже забыла. Сейчас я посмотрю и вам скажу, потому что мне очень много сейчас обзора одежды пришло, и мне нужно вам показывать, и у меня вот все в голове. Вот, я сейчас вам скажу брюки, ну, по-моему, брюки XS, что-то такое. Но я по себе брала, а вы по себе. Будьте внимательны, пожалуйста, и хочу с вами попрощаться. Как всегда, по традиции моего канала, я хочу вам пожелать всего самого доброго, самого хорошего, все, что есть на белом свете из этой серии, все к вашим ногам, дорогие друзья, ибо вы все, конечно же, это заслуживаете. Ну а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены, и сегодня в обзоре такой замечательной одежды, которую я заказала на сайте New Chic. Всем советую, люблю вас, целую, до следующих встреч!